Президентские состязания и президентские спортивные игры. На соревнования под такими названиями отправились две группы школьников из Ненецкого округа. Например, группа ребят из школы номер 3 и школы поселка Харута отправились в Анапу в оздоровительный лагерь «Смена». Следующая группа детей из школы номер 1 отправилась на всероссийский этап президентских спортивных игр. Они пройдут в лагере «Орленок» в городе Туапсе. Президентские состязания, президентские спортивные игры – это не просто соревнования по отдельному виду спорта. Это целый комплекс спортивных мероприятий. Так, в обязательную программу президентских состязаний в этом году были включены спортивное многоборье, комплексная эстафета «Веселые старты», творческий конкурс, посвященный олимпийской тематике. Дополнительные виды программы каждая школа определяла самостоятельно. Наиболее популярными стали командные соревнования по мини-футболу и личные соревнования по шахматам и дартсу. Ребята из нашего округа участвуют в президентских состязаниях третий год подряд.